Это фото Солочинского пляжа было сделано в 70-х годах прошлого века. Здесь нет ни деревьев, ни кустарников, только вековая сосна, расположенная справа. Теперь пляж выглядит так. Тропинка к нему заросла, а само место поросло деревьями. Сейчас задача всю эту зону облагородить. Задача администрации, задача нашего учреждения как раз и стала восстановить природный исторический облик того пляжа, который был раньше. Это включает в себя в первую очередь уборку мелкой поросли и мелкого кустарника. То есть не идет абсолютно никакой речи о том, что мы будем рубить здесь сосны, будем рубить здесь вековые деревья. Только мелкая поросль и только кустарник. В первую очередь будут срублены деревья и выкорчеваны пеньки. Параллельно со всем этим пляж будет убран от мусора. К 1 июня планируют полностью очистить территорию, разместить пляжные зонтики, установить раздевалки и туалеты. Также летом здесь будет дежурить охрана. Сам пляж будет зонирован. Наше зонирование, оно будет включать отдельную детскую зону, которая появится вот за этим павильоном, отдельную спортивную зону рядышком с детской, где можно будет поиграть в волейбол, где можно будет поиграть в футбол, где будет минимальный набор турников для занятий воркаутом. Всего нужно облагородить 20 тысяч квадратных метров. Закончить первый этап планируют уже через полтора месяца. К 1 июля, а возможно и раньше, здесь появится видеонаблюдение, беседки с мангальными зонами, которые не будут мешать другим отдыхающим. Планируется и более удобная дорожка, вместо заросшей бурьяном или песчаной. Задача вот эту вот лестницу продолжить, которая у нас слева, которая у нас ведет с верха Лысой горы вот к низу, она, к сожалению, идет не до конца. Сделать не продолжение лестницы, вот как основная ее часть, а сделать именно тропинку из деревянного настила. Вот, для того, чтобы люди могли пройти на пляж, не утопая в песке. Местные жители жаловались и на засыпку самой старицы. Но, как говорят, все это тоже временно. Здесь мы делаем временную переправу, акцентирую внимание, временно, вот, не постоянную. Ни о чем капитальном здесь не идет речь. Для того, чтобы на пляж могла заехать техника, привезти оборудование, тоже детское оборудование, оборудование спортивное, для того, чтобы можно было бы с этого пляжа вывести мусор, вывести кустарник, вот, и сделать его благоустроенным и хорошим. В социальных сетях появилось много противоречивой информации о том, что здесь вырубают вековые деревья и засыпают пляж. Все это обычное беспокойство людей, которые даже не сразу поняли, для чего эти работы проводятся. Но когда они узнают цель, то наоборот, рабочих благодарят. Многие благодарят, потому что, по их словам, здесь находился, грубо говоря, общественный туалет, который сейчас мы уничтожили. Виталий Исаев отметил, что здесь не будет колонок, а пляж не станет местом проведения концертов. Сама Солочи – территория еще и духовного успокоения, поэтому не стоит склонять стрелку приоритетов в одну сторону. Остается только ждать начала купального сезона и возможности самим пройтись на новый пляж в Солочи. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».